Хорошо. Доброго дня, шановні студенти факультету психології, політології та соціології Національного університету Одеської юридичної академії. Моє ім'я Михайло Кацин, я є новопризначеним керівником відділу міжнародних відносин Національного університету Одеської юридичної академії. І я окремо хотів подякувати декану вашого факультету за те, що він проінформував вас про лекцію, яку наразі ви почуєте сьогодні. Лекцію дуже відомого професора Ольги Градецької. Лекцію на тему, яка дуже важлива, якщо ми хочемо зрозуміти взагалі східну філософію, китайську цивілізацію. Сьогодні пані Ольга буде говорити про ідеї конфуціанства, тобто як вони виникли, який розвиток вони мають і як вони будуть розвиватися в майбутньому, який вплив може на політику вони будуть мати. І регламент нашої діяльності такий, тобто буде час лекції професора, потім у вас буде можливість задати питання, будь ласка, ми вас захочемо задавати питання, і ви отримаєте на них відповідь. Отже, професор, дуже вам дякую за те, що ви приєдналися до лекції Національного університету Одеської юридичної академії. Як прийнято говорити, the floor is yours, будь ласка, надалі ви. Ще раз вам дуже дякую. Добрый день. Большое спасибо, Михаилу, за представление и за возможность поговорить с одесскими студентами. Я с удовольствием слушала на украинском языке представление. К сожалению, говорить я на украинском языке не могу. Только на слух. Так что я буду вам эту лекцию читать на русском. На самом деле для меня на русском читать об этом очень сложно, потому что я никогда этого на русском языке, честно говоря, не делала. Мне сказал Михаил, что у вас нету, никто из студентов никогда не изучал иероглиф, а на китайском языке не имеет некоторого представления. Поэтому я попытаюсь в таких более общих темах, более такими крупными мазками сначала обрисовать вам саму проблему существования конфуцианской мысли, о том, что такое мысль Конфуции и что такое конфуцианство. Это совершенно разные понятия. И потом, насколько время хватит, я приведу просто один пример раннего реального конфуцианского текста, который реально представляет реальную конфуцианскую идею. Давайте я вам, хотя это все на китайском, давайте я вам все-таки покажу одну очень краткую такую презентацию. Почему у меня закрывается? Так, что-то у меня какая-то проблема. У меня он, как только я начинаю презентацию, она у меня закрывает. Так, сейчас я сначала ее попробую пустить. Так, вы видите такое серое поле? Да, да. Окей, а значит, все пошло, потому что я не понимаю, что вы видите. Так, окей. Сейчас перед нами, просто вот на примере будем смотреть, сейчас перед нами такой как бы вот желтоватый лист бумаги, что на нем находится. Это тысячи лет тому назад, эпохи Сун, печатная книга. Книга называется «Комментарии Гуляна к веснам и осеням». Какого времени эта книга? Тут очень важный такой нам для понимания, собственно, какого времени эта книга?
Дело в том, что мы не имеем однозначного ответа на этот вопрос. Это книга «Весны и осени». В принципе, она описывает период с 8 по 5 век. Она была составлена, считается, Конфуцием. И, в общем-то, есть косвенное доказательство того, что она была действительно составлена Конфуцием. Но то, что мы видим, только минимальная часть, является, собственно, каноном «Весен и осени». Что он сделал в то время Конфуций? Он просто собрал документы, которые были в том государстве, где он жил, государство Лу, и составил такой свод исторических документов. Они были очень краткие, без разъяснения, что и там произошло. То есть первый пласт книги, который мы видим, это переписанные Конфуцием документы, начиная где-то с 8 века до нашей эры. Переписаны они были, соответственно, уже в 5 веке, в 6-5 веке. Но мы не видим оригинала Конфуция, естественно. Мы видим книгу, которая называется «Комментарии Гуляна». Эти комментарии, время их создания, оно сомнительно, есть разные споры о времени его создания, примерно 3 век до нашей эры, до 2 века нашей эры, вот в этот период. В основном это период уже имперский, когда была империя Хань. Значит, в этом документе мы видим второй исторический пласт – Ханьская империя. Но, опять же таки, мы не видим, собственно, того свитка, который сделал Гуля. Это Сунская книга, ей 1000 лет. Поэтому мы вот этим мелким шрифтом, вот видите, посередке таким мелким шрифтом, мы видим еще дополнительные комментарии, которые были сделаны в 8 веке. Красными, вот эти вот красные печати, это разных времен владельцы этой книги ставили на ней свои оттиски. То есть, иными словами, собственно, вот мы видим лист этой книги, и мы понимаем, что лист этой книги охватывает время больше 1000 лет. Порядка 2000 лет все вот в ней собрано. И на каждые разные времена, разные поколения добавляли составление этой книги сначала, потом добавляли понимание, добавляли новое прочтение. К чему я это хочу сказать? К тому, что вот это явление называется канон. Это явление называется канон. Каноны существуют в разных культурах. Это другой канон, я не буду подробно каждый описывать. Они существуют в разных культурах. Это историческое понятие. Поэтому, когда мы спрашиваем, что такое конфуцианство, какова идеология Конфуция, мы вообще не можем ответить на этот вопрос. Потому что следующий вопрос, который мы обязаны задать, какого времени? Какого времени? Когда создается какой-то текст, сначала, во-первых, создается учение, создается какая-то идея. Идея, создается школа Конфуция под эту идею, под эту группу идей. Она рассказывается ученикам. Потом идет запись основных постулатов, основных каких-то понятий этой идеологии. Когда идет запись, уже идет некоторая выборка, уже не полностью идет запись, уже идет некоторая выборка. Дальше этот текст продолжает существовать или не продолжает. Когда
они записывали этот текст, они не могли знать, что этот текст, эти тексты могут пережить тысячелетия. То есть это очень важный такой такое понятие, когда в изучении истории, мы очень часто изучают историю с точки зрения итога, с точки зрения итога. Вот это всякие древние книги, в которых разные пласты. Дело в том, что когда мы находимся в точке истории, вот когда она происходит, мы не знаем завтра. И вот те люди, которые сейчас для нас исторические персонажи, они не знали завтра, они не знали, что они даже не знали, кто из них станет историческим персонажем, а кто исчезнет. И вот, соответственно, никто не знал, какие именно тексты потом станут канонами. То есть тексты Конфуция – это не канон. Тексты Конфуция стали канонами через 5 столетий после жизни Конфуция. Я условно говорю эти цифры, может, там чуть больше, чем 5 столетий. Это очень важно. Это значит, что через 5 столетий сложилась некая ситуация, в которой по какой-то причине, мы сейчас подумаем, по какой причине, решили, что нужны вот эти вот тексты, которые каким-то образом сохранились, для того, чтобы они стали идеологией. Нам, естественно, понятно, что 500 лет вперед или 500 лет назад общественная ситуация, идеалы не могут быть одинаковы. Это просто однозначно, что они не могут быть одинаковы. Более того, за эти 500 лет произошли огромные преобразования. Говоря очень простым языком, за эти 500 лет вообще появился Китай. До того Китая не было. Вот есть какая-то такая привычка, как бы общо говорить, китайская культура, китайская цивилизация. Но на самом деле это очень многогранное, очень многообразное и далеко, вообще там много народов и много способов жизни и так далее. То есть вообще сказать, что такое китайская цивилизация, если говорить о древности, практически невозможно. То есть это неправильная постановка вопроса, Вообще Китай как империя возник 2000 лет тому назад. До того это было много государств. Да, эти многие государства, они были в тесном контакте. Они постоянно меняли свои границы. То есть границы не были четко утверждены. Но, тем не менее, они не мыслили себя как единое целое. Более того, когда первая империя была создана, они еще продолжали себя не мыслить как единое целое. Это все очень постепенный процесс. Так вот, мысль Конфуция стала конфуцианством впервые, когда была уже вторично создана империя. А Конфуций учил в период, когда не было империи. Соответственно, у него его мысль, его цели, они были совсем другие. Более того, самое интересное заключается в том, что мысль Конфуция, она антиимперская. А вот именно потому, что она антиимперская, первая империя, империя Цинь, она недолго просуществовала. Она впервые объединила не весь Китай, а северную часть Китая. Собственно, Ханьская империя тоже поначалу объединила только северную часть Китая, постепенно расширяясь на юг. Собственно, она объявила Конфуция, всех учеников Конфуция своими врагами.
потому что ученики Конфуция были антиимпериалисты, то есть они были против расширения единой власти. Эта идеология была исключительно для существования небольших государств. И расширение, объединение, вот это вот подавление, большой чиновничный аппарат – это то, что отрицал Конфуций. Вот вам будут во всяких, если у вас там учебник или так далее, политических, говорить о конфуцианстве, скорее всего, как о таком чиновничьей идеологии, государственной идеологии и так далее. Бедный Конфуций. Сколько же раз он переворачивается в своей гробнице, которая до сих пор ему поклоняется. Кстати, позавчера был день рождения Конфуция, с чем вас всех и поздравляю. У нас он празднуется как праздник учителя. Так вот, каким образом возникло конфуцианство? Значит, первая империя всех последователей Конфуция объявила своими врагами. Вот эти вот книги «Весна и осень», они сжигались, они просто сжигались на огромных кострах Тиньской империи. Они высекли на камне, никогда они на камне тексты не высекали, тут впервые высекли на камне свой собственный созданный канон, они его создали как канон, как единая идеология, это так называемая «Весна и осень» господина Лю, который как раз не стал потом каноном. Да, он сохранился, да, мы его можем читать, но он как раз перестал быть каноном, потому что империя Тинь пала. Она пала очень быстро. Но после того, как она пала, довольно быстро возникла другая империя. После короткой борьбы, усиления возникла империя Хань. Когда возникла империя Хань, все старые государства решили, что все, мы победили Тинь, и мы теперь опять свободные государства. И начало Ханьской империи – это опять расцвет местных культур, что совершенно не нравилось центру Ханьской империи, который находился на севере. И опять же таки начался расцвет новых конфуцианцев, которые хотели как бы вернуться вот в тот старый доимперский период и пытаться развивать государство тех типов. Однако тут на историческую сцену вышел такой политический гений, их было несколько в китайской истории. Политический гений – это не значит, что такой очень, это не значит, что он был абсолютно травоядным. Император Уди, ханьский император Уди, в середине II века до нашей эры. Что сделал ханьский император Уди? Во-первых, он смог победить Сюнну. Это очень важный тоже момент. Дело в том, что начальная империя Хань, она, в общем-то, существовала под очень-очень сильным протекторатом диких вот этих северных народов, полукочевых, сюнну. И все время вынуждены были платить им дань и так далее. Вот этот вопрос император Уди практически решил. Решив проблему Сюнну, он начал постепенно заново объединять империю разными путями, не исключительно военными. Собственно, Китай единственная во всем мире успешная империя, которая продолжала быть империей дальше почти все время, не за счет военной мощи, а, во-первых, за счет первое, что делали имперские владыки, строительство дорог. Они продолжают то же самое делать. Строительство удобных торговых путей
с колодцами, со станциями для отдыха, с хорошими, хорошо проложенными, хорошо проложенными путями и так далее для коней и так далее. Дальше они полное развитие экономическое, при которых каждая часть империи и еще не объединенных в империю государств становилась взаимовыгодно участвовать в экономическом обороте с империей. Дальше всякие разные способы частичной монополизации очень важных отраслей, таких как солеварение, которое тогда было особо важным, и производство железа. Постоянные изменения валюты, то есть в это время каждый мог делать собственные деньги из меди, просто они делали деньги из меди и так далее разного, а они все время их меняли. Империя все время их меняла, и получалось так, что те, которые делали в других местах, они вдруг перестали быть в ходу в империи, то есть вот такие всякие игры экономические, то есть разными путями. В том числе один из путей – это идеологический путь. Дело в том, что в те времена конфуцианство воспринималось как идеальное правление, которого, в общем-то, хотели многие. И император Удзи, он выбрал такой способ. Он объявил, что он приглашает всех ученых, конфуцианцев в первую очередь, потому что он сейчас, император Удзи, хочет, чтобы они его учили, и чтобы он мог создать вот такое гуманное, идеальное правление. Что получилось? Поскольку вся идеология Конфуция, она направлена не на абстрактные идеи, а на конкретное существование государства, это общественная мысль. Соответственно, очень многие конфуцианцы, им не нравилось то, что они существуют просто как идеологи, которых никто не слушает, и они не могут осуществлять на практике свои идеи. Поэтому многие откликнулись и пришли ко двору. Некоторые другие категорически не приняли это приглашение, потому что они были против империи. То есть как можно служить империи, если мы вообще против империи? И таким образом появились конфуцианцы-отшельники. Естественно, мысль конфуцианцев-отшельников не очень сильно имела продолжение, потому что они отшельники. Идеал конфуцианцев-отшельников, он существовал. О них вспоминали, они были как идеал таких благородных людей, но у них не было учеников и последователей, потому что они отшельники. А те, которые решили попробовать ситуации новой, исторической ситуации, все-таки как-то провести идеи своего учителя, они отказались именно в новой исторической ситуации. То есть они должны были с одной стороны максимально сохранить то, что пропагандировал учитель, а с другой стороны остаться при дворе, остаться при влиянии, остаться учителями. Вот это начало конфуцианства. То, что называется, как это по-русски сказать? Идеологически верно конфуцианство. Сейчас я не сразу получилось это перевести на русский.
То есть вот такое как бы уже имперское, идеологическое конфуцианство. О том, что конфуцианство вот этих канонов, оно не настоящее конфуцианство, в конфуцианской мысли об этом говорилось постоянно. И особенно вот в эпоху Сун, это в X веке, в XI-XII веке, когда возникло очередной виток конфуцианства, очередное такое неоконфуцианство, они старались вернуться к исходному конфуцианству. Но как? Они все, что они имели своды, сделанные в период империи. И они жили еще дальше по времени, от времен Конфуция. Поэтому, естественно, догадки сунских конфуцианцев, они оставались догадками, они, собственно, создали еще одно конфуцианство, неоконфуцианство Сунской империи. С тех пор было еще много разных витков. Что, собственно, стали делать конфуцианцы при дворе У Ди? Он собрал ученых, которые должны были в первую очередь восстановить тексты Конфуция. То есть восстановить тексты, не создавать свои новые. Они могли создавать свои новые, это, пожалуйста, тут, это другое. Но это уже были ханьские конфуцианцы, их собственные идеи записанные. Но что очень для них было важно, что они должны были воссоздать, потому что Тиньская империя, от которой Ханьская империя всячески открещивалась, она сожгла эти все своды. Но, несмотря на то, что сожгла, естественно, в своих собственных имперских библиотеках, она сохраняла эти своды, то есть далеко не все сгорело. Сгорело только то, что не должны были читать в народе. Надо сказать, что народ был все очень грамотный в те времена, уже там в V веке, в общем, грамотность была, ну, я не скажу, что повсеместная, естественно, но очень распространенная, грамотных людей было очень много. И, значит, он хотел, чтобы вот эти люди воссоздали основные каноны конфуцианства, сделали их канонами. Одновременно постепенно создавалась такой общественный лифт через экзамены. Значит, создавались эти тексты канонов, также создавалась система экзаменов, по которым, значит, должны были учиться будущие сановники. Среди канонов было не только то, что писал Конфуций, но и то, что цитировал Конфуций. Например, своды стихов того времени, своды некоторых сказаний того времени, своды некоторых прочих записей традиций того времени, то, что Конфуций цитировал, то, что он считал, что его ученики должны учить. То есть вот это вот полный свод так называемых дотиньских канонов. Вот мы сейчас уже знаем, что все дотиньские каноны на самом деле были созданы в империи Хань. Это вот самое важное. Но это не значит, что они полностью были написаны в империи Хань. Нет. Естественно, материалом для воссоздания этих канонов были вот те списки, которые сохранились, в частности, в Тиньских дворцах. Как они выглядели, эти списки? Они выглядели вот так. Бамбуковые планки – это самый распространенный, самый древний
материал, на которых писалось абсолютно все. На бамбуковых планках писали вот эти вот иероглифы, как минимум 5500 лет тому назад. Естественно, 5500 лет тому назад бамбуковые планки не сохранились, они сохранились гораздо позже. Почему мы знаем это? Тут есть достаточно таких косвенных данных, которые тоже не поздние данные, а ранние данные, косвенных данных о том, что это было, но, к сожалению, конечно, в археологии это не сохраняется. Обрывочные бамбуковые планки сохранились где-то 3-3 тысяч лет тому назад, очень обрывочные, очень мало, и даже если сохранился сам бамбук, в большинстве не сохранилось следов тушь. Дело в том, что писали кисточкой и тушью китайцы тоже 5000 лет тому назад. То есть это очень древний способ. А потом они начали писать, в какой-то момент неизвестно в какой, они начали писать на шелке, может быть, в тот же момент, потому что шелку тоже как минимум 6000 лет. А в какой момент они стали писать на шелке, неизвестно, потому что такие материалы не сохраняются. К сожалению, до нас сохранилась написанная на шелке книга только 6 века до нашей эры, это самое раннее. Так что это вот у нас, к сожалению, большая трагедия для изучения реальной китайской истории. Не то, что в Китае не было письменности. В Китае письменность была очень ранняя. И более того, те иероглифы, которые используются сейчас, это те же самые, прошедшие очень долгий путь трансформации, им 5-6 тысяч, и у нас есть материалы 6 тысяч лет тому назад, скажем так, исходные этих иероглифов. Конечно, были и другие, были другие системы письменности, которые не развились, или развились до какой-то, потом все-таки исчезли, но вот именно вот эти иероглифы, они стали таким письмом, которое типа клинописи в Передней Азии, которая покрывала разные языки, которые существовали на территории Китая. И вот эти вот, которые мы тоже сейчас не можем восстановить, которые были в Тинском дворце, и в Ханьском, они из них сверяли, на их основе создавали, переписывали и создавали вот эти канонические тексты. И если бы не было бы китайской археологии, то мы ничего бы не могли бы сделать, вынуждены были бы продолжать читать конфуцианские идеи из рук вот этих ханьских переписчиков. Дело в том, что ханьские переписчики, хотя они и старались сохранить мысли Конфуция, но они это делали в новых исторических условиях империи. И поэтому в конце концов утверждал этот текст император. Соответственно, во-первых, они сами уже существовали в новой ситуации, они не все понимали, они не все знали, что было 500 лет намаза. Во-вторых, собственно, иероглифы сами изменились, не все они были знатоками древних иероглифов. В-третьих, они были в империи, и поэтому они вынужденно скрывали некоторые тонкие такие места, которые были бы неприятны императору, который был уже сын неба. Это очень интересно сравнивать. К счастью, у нас появилось несколько вот таких вот из раскопок. И это феноменально интересно сравнивать исходный текст и тот текст, который получился в Ханьской империи. Они работали очень тонко, чрезвычайно тонко.
То есть это они не могли абсолютно, вот это же мы учителя повторяем, они должны были доказать, что они пишут то же самое, что было в этих древних планках. Поэтому, в принципе, как бы то же самое. Заменен один иероглиф, потому что это древний иероглиф. Сейчас мы его так не используем, мы сейчас заменим на другой. А посмотришь, и оказывается, что смысл-то замененного иероглифа уже другой. Изменена конструкция фразы. Изменена конструкция фразы, и фраза получается совершенно другая. Вот эти планки, они же имеют свой порядок. Правильно? То есть это же... Они раньше вместе складывались, веревкой сводились в одну книгу. И, соответственно, они в определенном порядке. Но веревочки эти, они... Обычно это шелковая нить. Они же портятся. То есть то, что они имели много разрозненных планок. Ну, и некоторые планки невозможно поменять местами, потому что продолжается фраза, а некоторые возможно. Если один и тот же текст, но сказать в другом порядке, получается другой смысл. Вот таким способом создавались конфуцианские каноны. Это безумно интересно. Это, собственно, одно из направлений, которым я занимаюсь. Но для того, чтобы реально вернуться и понять, а что же думал Конфуций, мы в нынешней ситуации, мы должны вернуться к этим, к счастью, раскопанным планкам и забыть на какое-то время, забыть то, что было после, и начать с... палеографии, с восстановления древних иероглифов. Очень сложная, очень кропотливая, очень долгая работа. Через даже не эти планки, а более ранние, сейчас я вам показываю, более ранние тексты на бронзе или тексты на чем-то ином, через призму вот этого времени смотреть изменения семантики иероглифов, изменения семантики всех этих идей, а также понимать ту историческую ситуацию, которая существовала в разные времена. В первую очередь ту историческую ситуацию, как я не вижу. В первую очередь, ту историческую ситуацию, которая была в период Конфуция, но мы должны понимать, что то, что написал Конфуций, он не мог прочесть. Он читал то, что было прежде. Мы не очень хорошо знаем сегодня даже. Мы лучше знаем то, что вот чуть раньше. То есть все время... идеологии, все время некоторая мысль, она чуть-чуть запаздывает. Очень часто, естественно, не всегда, но очень часто она, мысль говорит о том, что было прежде. Она отвечает на вызовы, на вопросы, уже которые сейчас, может быть, изменяются. Видеть чуть наперед это сложно. И, естественно, сохраняются только те идеи, только те тексты, которые умеют быть не только сиюминутными. И, естественно, конфуцианские мысли, она не только сиюминутна. У меня одна из книг, она полностью посвящена одному вот такому раскопанному тексту. Этот текст, он существует в двух раскопанных сводах. Один 4 века и один 3 века. Естественно, это не автограф Конфуция, но это доимперский период, что естественно, самое важное. И он существует уже в виде канона.
И я сейчас постараюсь, вот в оставшиеся где-то мне 15 минут, постараюсь кратко просто сказать, о чем вот этот был текст в исходном виде. Дело в том, что Конфуций очень любил стихи. Вообще стихи, видимо, в то время были очень распространены, они пелись. И пелись в разных странах, китайских разных странах. Пелись по-разному, естественно, как они пелись, мы не знаем, но он считал, что это выражает... И вообще в китайской идеологии то, что вот стихи, песни, они выражают чаяния народов, выражают и идеалы, их надо изучать для того, чтобы государство отвечало этим требованиям и этим идеалам народов. То есть это все время было в китайской цивилизации. И, наверное, возможно, один из первых, который вот это вот особенно подчеркивал, это был Конфуций. И вот этот текст, который я вам расскажу, он называется, как бы сказать, темная одежда, такие пасконные одежды, так, точнее переведите, пасконная роба такая, то есть без украшения, вот такая вот какая-то вот обычная повседневная одежда. Это название, оно исходит из одной песни. Эта песня описывает правителя одного государства, который всю жизнь ходил в такой пасконной робе. Если она рвалась, он ее чинил. И вот он, это вот образ этой пасконной робы не говорит о том, что он был прост. Он не придумывал какой-то лжи. Он вот как есть, так и есть, и безо всяких украшений. А другое стихотворение, которое описывает другого правителя, который очень любил красиво говорить, красиво одеваться, и вообще все вот очень было у него изысканно, и слова у него были изысканы, и так далее. Так вот, значит, этот текст, называется «Пасконная роба», он строится так. Сначала идет фраза Конфуция, это текст одного из учеников Конфуция. Сначала он записывает фразу, собственно, Конфуция, потом свои разъяснения к этой фразе и какой-то текст обычных стихов как подтверждение. И весь этот текст построен как такой учебный материал. От одного параграфа к следующему, от одного к следующему. Вот так как бы обучение правителя. Дело в том, что Конфуций никогда не учил никаких сановников. Он учил правителя. Предмет критики был правитель всегда. Поэтому, значит, не все правители его любили. Так, значит так, он говорит, значит, Конфуций сказал, если любить такую красоту, этот термин красоты, это внутренняя красота, если любить внутреннюю красоту, таковую, какова она представляется в этих пасконных одеждах, словах, то народу с большим удовольствием будет и будет очень просто быть подданными этому правителю. И копирование, тут очень важный такой идея у Конфуция, что подданный народ, он
всегда копирует власть. Он всегда копирует власть. И поэтому у власти есть абсолютный долг быть примером для подражания и таким образом воспитывать нравы народа. Значит, если он любит внутреннюю красоту, таковое, как пасконная одежда, то людям легко быть подданными, и вот это вот копирование происходит естественно. Как, например, говорится в стихах, что если копировать Вэньвана, это в историографии такой как бы благородный правитель, который заботился о стариках, в котором государство процветало, никаких войн он не начинал и так далее. Если копировать этого Вэньвана, то все государства с удовольствием будут верить, и кто угодно захочет быть его подданным. Значит, это первое. Это первый параграф. Второй параграф. Конфуций сказал, как, если народ смотрит на правителя и то, что он демонстрирует, вызывает сомнение, то соответственно, не получается воспитать в народе такую простоту и искренность. И поэтому, соответственно, необходимо, чтобы вот эту свою позицию, что есть внутренняя красота, а что есть то, что мы должны отметать, надо очень четко артикулировать. Как говорится в стихах, будь усерден на своем месте. Это все говорится в адрес правителя. Будь усерден на своем месте, люби правду и не кренись. Третий параграф. Внутренние мысли правителя, если они прозрачны, то, что он хочет, его идеи, его мысли, если они прозрачны, если хорошо это все просматривается, тогда одновременно, если дела соответствуют мыслям, то очень хорошо получается, вот тоже такой термин называется он классификация. Это такой термин обучения, то есть обучение людей, что есть просто обучение. Все время забываю слова. Ольга. А. Да, я прошу прощения, у меня есть следующая идея. Давайте, вы настолько интересно рассказываете, может быть, вы продолжите, если у ребят будут вопросы, они поднимут руки, тем более Zoom это позволяет. И тогда уже мы, понимая, что, условно говоря, там есть 2-3 вопроса,
мы там оставим 10 минут. Если нет, к примеру, вы настолько интересно рассказываете, что вы тогда продолжите, просто чтобы вы себя не обрывали, хорошо? Хорошо, хорошо. Да. Прошу прощения, я иногда просто никак не могу вспомнить соответствующее слово. Просто я никогда на русском языке этого не рассказывала. То есть... Как же это называется? К сожалению, могу по-русски забыть, как называется. Ну, что есть, ну, грубо говоря, что хорошо, что плохо. Вот это понимание. Понимание, что мы приемлем, а что первично, что вторично. Ценность. Вот ценности, шкала ценностей, вспомнил. То есть это означает шкала ценностей. То есть вот эта вот шкала ценностей, она становится видна. И в результате народ не сомневается, вот это вот очень важно, он следующий приводит, что народ начинает не сомневаться в своем правителе. Народ не сомневаться в своем правителе. И, соответственно, взаимно правитель не сомневается в своем народе. И как говорится в стихах, он благородный муж, потому что его стремление, его долг, он не раздваивается. Долг не раздваивается. Это все, соответственно, благородный муж, это все правитель. И как, значит, в другом тоже стихотворении говорится, что вот был такой, вот тоже об одном учителе говорится, что вот у них было совместное с людьми единое целеполагание. Единое целеполагание. Если, однако, следующий параграф, как сказал Конфуций, если народ сомневается в своем правителе, то народ не может точно определить для себя, что такое внутренняя красота и цели. В целях начинается разброд, начинается как бы, ну, не видно, как бы тут сказано, что не видно. Аналогично, если непонятно, что хотят люди, то правитель старается что-то делать, но все напрасно. Это значит, что люди, для того, чтобы подданные очень четко демонстрировали, и можно было понять, что им любо, а что им не любо, и чтобы правитель мог это видеть, необходимо, и, соответственно, согласно вот этому общественному какому-то договору, общественному такому согласию проводить вот это вот прекрасное и устранять то, что мешает, для этого необходимо, чтобы правитель для начала сам был ясен и понятен. То есть он как бы возвращает эту ответственность обратно к правителю. То есть ты не говоришь, что я вообще не понимаю свой народ, что они хотят то другое, то одно, то другое. Стоп. Сначала ты как правитель на своем месте, ты должен быть понятен то, что ты считаешь нужным, то, что быть эталоном, вот такой какой-то эталоном нравственности. И, как говорится, опять же таки, если это так будет, если ты будешь эталоном нравственности, то, значит, ты будешь видеть правильно, четко свой народ, и тогда управлять этим государством будет очень легко. Соответственно, как говорится в стихах, значит, Всевышний увидел, что, опять же таки, этот Wen Wan, вот эти вот прекрасные эти правители, что у него
у него очень все правильно, и, соответственно, он решил, что пускай он управляет государством. И наоборот, значит, другое стихотворение приводится в обратном смысле, что вот увидел, что он слишком, что он любит всякие там красивости, красивые слова, и, соответственно, возник полный хаос. Дальше, вот подготовив как бы вот почву, он, собственно, это не просто разрозненные фразы, в принципе, вот эта вот идея, она идет к тому, чтобы сказать, что правитель и народ – это вообще одно целое. Одно целое, которое абсолютно взаимозависимо. И поэтому идет, как сказал Конфуций, люди правителя считают сердцем. Народ считает телом своим, Если сердцу нравится, если сердце как бы успокоено и все как бы хорошо, то и народ спокоен. Аналогично, если то, что как бы любит сердце, оно как бы приятно телу, то, значит, дальше все существует прекрасно. Поэтому, тут, конечно, очень много таких терминов и точных идей. Сердце, оно дает телу копировать себя. То есть вот движение сердца, оно выражается в движениях тела. То есть, соответственно, движение правителя, оно выражается в движении всего государства. Соответственно, правитель, он образец для всех людей государства. Дальше, значит, как говорится в стихах, если ты взял как бы государство, стал правителем, но сам не тверд и как бы неправилен, как бы, то народу в таком государстве жить невозможно. Дальше другое очень интересное стихотворение, которое, кстати, в канонах оно абсолютно другим становится, оно полностью изменяется. Когда жара и не хватает дождей, люди начинают ругать солнце. Но когда холодно и сыро, никто не ругает солнце. То есть это вот как некоторую такую аналогию, он говорит о том, что как бы должно быть все вовремя. И то, что конкретно нужно. То есть не должно быть излишней жары, не должно быть излишней воды. И вот эти первые 5 параграфов, они приводят к самому-самому важному. Почему этот текст особенно важен? Потому что этот текст, он рассказывает о том вообще, что такое самое главное созданное Конфуцием понятие. Это понятие во всех западных языках переводится как гуманность. Но это можно так перевести, но дальше должна быть очень длинная ссылка и объяснить, что это такое. Это центральное понятие в конфуцианстве. Более того, это даже иероглиф, созданный Конфуцием. Раньше такого иероглифа не было. То есть это собственно, все остальное, чем пользуется конфуцианство, оно было раньше, а это абсолютно новое. Это понятие в последующие времена изменился само написание иероглифа. Иероглиф очень, очень примитивный, очень простой. Вот человек и два – это в нынешнее время.
И оно объясняется как вот между людьми, человек и другой. Но это было очень поздно, это позднее прочтение этого иероглифа. Для Конфуция, когда он создал этот иероглиф, он имел совершенно другое значение. Вот сейчас он просто его объясняет в этом самом шестом параграфе. Он объясняет, значит, звучит это как «жэнь», звучит это как «жэнь». Я дальше его просто так буду использовать. Значит, если правители любят «жэнь», то и народ тоже. Теперь мы, значит, должны очень хорошенько объяснить, как он создал это понятие. Дело в том, что существовало понятие, то, что называется сейчас иероглиф телу. Но это на самом деле этот иероглиф, он исходно означает человека внутри материнской утробы. И он вообще, его исходное значение – это беременность. И когда он означает тело, это, скорее всего, жизнь, полностью жизнь человека, не корпус, это не корпус, это жизнь человека, который исходит из материнского чрева и далее распространяется на потомков. То есть на самом деле этот иероглиф, самое точное его перевод в славянских языках будет «живот». Живот в смысле жизнь. Живот в смысле жизнь. И далее этот иероглиф, он стал таким важным понятием во взаимоотношениях между предками и потомками. Потому что он, собственно, представляет вот эту связь предков и потомков. Дело в том, что очень важное то, на чем строится китайская цивилизация древняя, и то, что было очень знакомо Конфуциям, потому что тогда это было живо вовсю, это то, что каждый человек, живущий сейчас, он является вот этим связующим звеном между предками и потомками. Как это выражается? Это выражается, что обязательное поклонение, не просто поклонение там во храме, а более сложное поклонение предкам, это значит передача всей информации о предках обязательно. Это обязательное уважение, чем старше человек, тем он более ценен, пока он жив. И предки, они продолжают оберегать, но не меня, а моих потомков. Вот это очень важно. То есть человек, он является связующим, не предки и я. Я прошу предков меня как-то там, чтобы мне было хорошо. Нет. Все молитвы к предкам относятся к потомкам. И самое важное в поклонении предков – это иметь потомство. Не иметь потомства – это абсолютное неуважение к предкам. И вот этот иероглиф «живот», он как бы важнейшее вот понятие вот в этой идеологии, вот в этой идеологии связи предков с потомками. А что сделал Конфуций? Он к этому иероглифу «живот» добавил элемент сердца. Создал совершенно новый иероглиф, которого не было. И этим иероглифом он демонстрирует аналогичную связь между внутри семьи вот эта вот связь, которая не должна разрываться, она должна распространяться и на государство. То есть правитель, он
Жен, это вот он жен, то есть это означает, что он по отношению к своим подданным должен проявлять себя так, как разумный и любящий отец к своим детям. Это не значит, что я там забочусь, я там все за тебя решаю. Нет. Это значит, что организовать так жизнь народа, чтобы они могли свободно развиваться и иметь потомков, и иметь своих потомков, а не его потомков, а не его потомков. То есть вот это понятие «жэнь», оно означает вот такое отношение правителя к своему народу, когда он ответственен за нравы народов, он ответственен за то, чтобы народ мог сам, потому что нормальный отец относится к своим детям не то, что я вам приказал, а вы делаете, что я сказал, а наоборот, он развивает, чтобы свои дети продолжали развиваться, иначе просто род не будет развиваться. Значит, вот, собственно, он вот это в шестом параграфе, он объясняет это самое понятие жен. Таким образом, будучи владея вот этим вот жень, правитель, он абсолютно открыт перед народом и абсолютно ясно демонстрирует целеустремление. И тогда, в общем-то, народу очень нравится, и он готов прислушиваться, собственно, к этому. Если правитель жень, то народ, соответственно, готов прислушиваться к тому, что, собственно, хочет этот правитель. И, значит, как говорится в стихах, если твое правление благородно, то собственно, все хотят быть твоим правлением. Дальше. Собственно, по-моему, мы уже прошли наше время. Есть ли вопросы какие-то? Потому что там это, собственно, в этом тексте всего 23 параграфа. Мы сейчас только рассказали 6. Это самые главные 6 параграфов. Там дальше очень много конкретики. То есть сначала, дав такую идеологию, дальше он говорит о разных конкретных ситуациях. Какова роль чиновников в этом взаимоотношении, что они должны делать. Сначала, значит, внутренняя политика, в конце концов он переходит и к внешней политике, каковы должны взаимоотношения быть между государствами. Вот, собственно, вот такие, то есть сначала от вот этой общей идеологии, далее переходит просто к конкретике, которые в его представлении, собственно, и представляют себе идеальное правление. Давайте я сейчас, потому что это все равно мне не закончится. Вы знаете, это безумно интересно, мне кажется, как будущим политологам, вот то, что касается правления, то, что касается роли чиновников, если вы сказали пару слов о дипломатии между государствами, это же тоже очень важно для понимания, скажем так, специфики китайской дипломатии на сегодняшнем этапе его развития. Ну, сейчас, ну я сейчас пойду вниз тогда. Так. У нас как раз есть около там 12-13 минут, и так вот вкратце, если можно. Потому что я рассказала только 7, а их, как вы понимаете, 23. И вообще у меня эта книга, тут на иероглифы считается, у меня эта книга на 800 тысяч иероглифов. Полностью, с полным как бы объяснением того. Так, значит, насчет чиновников, тут с чиновником посвящено 2 таких параграфа, и основная идея о том, что он является очень важным связующим звеном
очень важным связующим звеном. И о том, что, собственно, чиновник, он как бы он не самоценен, он вообще не самоценен, он является связующим звеном, которого первая обязанность которого – это абсолютно точно доносить с мест, что нужно, что происходит, какие есть проблемы. И с другой стороны, соответственно, максимально точно доносить в обратную сторону. То есть, ну, если кратко, в двух словах, как бы вот это. То есть, в данном случае, то есть абсолютно, то есть у него благородный чиновник – это тот, который, вот тут тоже такой специальный термин, который означает такую связь. То есть чиновники отвечают за связь всех частей государства между собой. То есть это вот такое. Далее, тут, например, такая очень, очень интересная, один есть совершенно замечательный один параграф, где он говорит о том, что приказ правителя, он, если приказ правителя словно тонкий, как тонкая шелковая нить, то когда он доходит до мест, он может превратиться в леску для рыбы. А если приказ правителя более жесткий, прям как веревка, то на местах он может просто связать всех людей. И поэтому надо максимально, то есть минимально использовать вообще приказ. То есть это надо максимально использовать, максимально избегать приказов, потому что исполнение приказов на местах всегда бывает грубее и сильнее, чем собственно, исходно хотел правитель. Так, сейчас. Дальше. Насчет международных. Очень важная такая идея. Сказано о том, что благородный муж, он любит своих соперников. Соперники – это те, которые равны ему по силе других государств. То есть там немножко от противного сказано о том, что благородному мужу даже трудно любить своих соперников, тем более подлые люди вообще не любят своих соперников. Но это необходимо. То есть соперник – это твой друг, равно сильный тебе – это твой друг, с которым, который, наоборот, как бы учит, который также учит тебя, справляет себя, и с которым надо продолжать иметь, соответственно, лучшие отношения. Так, кратко так. А международных, если кратко, то примерно так. Ольга, спасибо вам большое. Уважаемые студенты, если есть у вас вопросы, можете поднять руку, задать этот вопрос Ольге. Да, у нас, собственно, максимум 10 минут. Ольга, я вот вам тогда задам вопрос, который он, в принципе, как бы касается культурного опыта Китая. Ведь Китай наравне, мне кажется, только с Индией и Египтом. По сути, это три страны, которые действительно сохранили себя с точки зрения своей культуры, цивилизации, пронесли через там тысячелетия. Так? И вот в какой степени, на ваш взгляд, вот эта идея конфуцианства, для того, что вы говорите о восприятии конфуцианством международных отношений, бюрократии, роли служивого человека, вертикали власти, насколько эти идеи, они как бы, вот если в английском слово fusion, да, вот сливаются, насколько эти идеи, они сейчас составляют
скажем, особенность китайского видения, китайского пути, о котором постоянно говорят, да, потому что вот постоянно говорят о китайском пути в коммунизме, китайском пути развития, да, в какой степени вот эти идеи конфуцианства, вот где здесь конфуцианство в нынешнем Китае, а где, условно говоря, скажем, какие-то марксистские догматы, вот, скажем так, извините за сложность вопроса. Ну, во-первых, для начала мы должны изъять из этого ответа вот эту так называемую китайскую мечту, которая проходит, которая на самом деле, ее повсюду везде о ней говорят, но на самом деле ей всего 5 лет. Mm-hmm. Ей всего 5 лет. Вот, то есть это сейчас какой-то, это вот 5 лет назад начался всякий реваншизм и все прочее, то, что очень не нравится самим китайцам внутри Китая. Но на самом деле вот этому вот какому-то такому... Вообще марксизм уже давно забыли, и это было действительно очень, очень свободное общество, и можно было говорить все, что угодно. И вот очень резко было 5 лет назад, вот это вот просто резко, и ковид, конечно, помог. Ковид, конечно, помог к этому. То есть вот это мы... Боюсь, что китайская мечта — это какая-то... Я не хочу о ней просто вообще говорить. А вот если мы об этом не будем говорить, а будем говорить о, в принципе, многих китайцев, в том числе даже, которые сейчас занимают некоторые посты. В общем-то, это понимание, оно, в общем-то, это способ мыслить. Это способ мыслить. Вообще китайская цивилизация, она абсолютно не агрессивна. Вот в таком вот как бы... И отношение к сопернику. Человек всегда есть человек. Естественно, люди всегда есть люди. Но в понимании того, что есть благородный человек, что есть благородный человек в Китае, это, конечно, тот, который не будет топить своего соперника. Это не значит, что все китайцы благородные люди. Ольга, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, несмотря на ваше плотное, скажем, time schedule, да, вот это вот расписание учебное в вашем университете, Национальном университете Чанг-Ченга, правильно я произнес, правильно? Чанг-Кайши, да. Это, собственно, он обычно переводится просто Джун-Джан, просто его, но на самом деле Джун-Джан это одно из имен Чанг-Кайши. Спасибо вам большое. Для студентов факультета, для студентов факультета психологии, политологии и социологии Национального университета Одесской юридической академии я лише нагадаю, що з нами сьогодні була Ольга Гордецька, відомий професор, співробітник, професор Національного університету Чан Кайши на Тайвані. Дуже вам дякую, пані Ольга, що завітала так дистанційно до Національного університету Одеської юридичної академії. Дуже вам дякую, шановні студенти, що підвідали цю лекцію. Окремо подяку декану Денису Яковлєву. На жаль, його не було сьогодні з нами, проте він, безумовно, є одним із співорганізаторів цієї лекції. Дуже вам дякую і гарного всім робочого дня. Дуже дякую.